Марианна Могилевская выбрала нас в качестве текстиля для оформления детской, и мы решили, что это интересный эксперимент, попробовать поучаствовать здесь. Это наш первый опыт, и нам понравилось ходить здесь и вообще быть представленными, очень приятно. Интересно, что представлены мировые тренды, удалось посмотреть каталоги, как это оформлено, как вообще, где мы находимся в контексте всего мира и в России, и удалось со всеми поговорить, с кем я хотела. Ну, как мы поняли, интерес есть, несмотря на то, что мы небольшая фирма. Многие спрашивают о нас. Мы не думали, что так быстро сможем что-то производить. И у нас маленькая фирма, это всего лишь я и муж. Мы вдохновляемся природой Севера. Я сама из Республики Коми, поэтому я пытаюсь как-то визуализировать сказки, которые я знаю из детства, и чтобы люди как-то ненавязчиво обращали на это внимание больше, потому что наш народ небольшой, но за счет визуализации интересных мотивов я могу передать им впечатление и повествовать сказки.